телефон на запястье. Сегодня знакомимся с часами Smart Era Smart Life Neo. По комплектации все скромно. Часы, кабель для подзарядки microUSB и документация. Теперь к часам. Корпус девайса выполнен из пластика и металла. На правой грани расположились клавиши питания и небольшая камера. А на левой порт microUSB для зарядки. Он прячется под заглушкой. Из-за съемного аккумулятора часики получились толстыми – 11 мм. Зато сюда можно поместить карты памяти объемом до 32 гигабайт и сим-карту. С последней часы смогут принимать сообщения и звонки автономно от смартфона. Из остальных возможностей тут есть. Отслеживание шагов и сна, диктофон, калькулятор, будильник, управление камерой и воспроизведением на телефоне. Отметим, что эти часы защищены по стандарту IP54. Они выдержат брызги воды, но купаться в них не стоит. Для управления часами используется сенсорный IPS-дисплей на 1,54 дюйма. Разрешение неплохое – 240 на 240 пикселей. Подытожим. Это определенно не спортивные умные часы из-за низкой защиты от воды, отсутствия GPS, пульсометра и отдельных спортивных режимов. Эта модель понравится тем, кто хочет автономный телефон на запястье.